содержимое. И улучшается кровообращение клеточек кожи. Улучшается метаболизм. Под воздействием дальше ультразвука делается тоже ионофорез, разглаживание. С помощью ультразвука вводится активная составляющая, вот вещества, или тоника, или сывороточек, разглаживаются морщинки. Далее, используется также в этом аппарате радиолифтинг. Это под воздействием радиочастот, тепловая тоже такая вот процедура, разглаживаются морщинки. Особой методикой вводится по коже лица, по точкам, с помощью вот этой манипулы. А скажите, можно вот принять спецпроцедуру вокруг глаза, где очень чувствительная кожа? Как бы очень такую вот чувствительную зону глаз лучше не трогать. А вообще по всей коже лица очень хорошо воздействует. Этот эффект уже виден после первой процедуры или больше с помощью этого аппарата? И комплекс. Радиолифтинг получается такого действия, скажем так, после действия. Стимулируются клетки, и эффект уже проявляется попозже. Как после первой процедуры тоже видно, но весь эффект проявляется потом, после курса процедур. И тут в течение 6 месяцев действие оказывается, вот, оказывается действие, и видно вот это действие процедуры. А скажите, пользуется ли популярностью ваш кабинет? Пользуются популярностью, приезжают мамы с детьми, мамы ходят в этот кабинет, с города звонят, приезжают. Спасибо вам большое. Пожалуйста, приходите, приезжайте.